Всем доброго утра! Мы завтракаем. Гришка на рыбалке. А он завтракал? Он еще не завтракал. Серьезно? Да. Я сегодня буду дома. Да, почему? А завтра я не дома, я в школу. Окей. Наш сегодняшний кофе с папой. Всем доброго утра. Сейчас растворятся. Будем пробовать вот такой вот средиземноморский кетчуп. А мистер Рику Сижуню, кстати, он почему-то понравился с вялеными томатами. У нас уже час дня, представляете? Я пока тут разбирала кухню после вчерашнего вечера. Вот, сейчас буду готовить борщ. А мои мужчины там на улице делали себе футбольное поле. Потом выйду, покажу, сейчас приготовлю им обед, потому что уже почти час без 10, все голодные. Вот, так что быстренький борщ без мяса с зажаркой будет. Я здесь уже все начистила. Решила, что потру свеклу и морковку, чтобы было быстрее. Не буду резать. И сделаю зажарочку. У меня сейчас подготовка к 1 сентября полным ходом. Достала все из шкафов. Все опустошила, здесь попротирала. Переодеваю обложки, ну вернее, вот на Антохины на все одела. Нужно еще докупить на кубановедение большую обложку и прописи тоже обвернуть. Вот, у нас программа называется «Школа России». Другая, у Гриши «Школа 21 века», у Антошика «Школа России». Так что второе чтение у меня будет по другой программе. Обложки одела, скотчем заклеила, чтобы ничего не вылазило. Будем учиться заранее, Антоху не нервирую. Некоторые книги вы, когда выдали, уже родители заставляли по ним заниматься. Я таким не занимаюсь. Придет 3 сентября в этом году. Вообще сказала детям, что вам повезло. Вам не 1 сентября в школу, а 3. Вот, поэтому сейчас буду все раскладывать. По моему опыту нужно сразу первые части в одну стопочку, вторые части в другую и прям подобрать их, потому что иногда потом путаешь. Вот они похожи, и потом не поймешь, какая часть. Антошки уже убрала. Теперь у Гришки на полке оставила справочники, книги. Здесь оставила тетради старые, с вот такими вот чистыми, незаполненными, для того, чтобы он потренировался заполнять. Тетради ему нужно будет подписать самому. А дневник я заполню, ну, первый лист. Так, по-английскому тоже оставила. И для примера оставила. Вот. Эти книги сейчас уберу. Переточила тут кучу карандашей ручной вот этой вот точилкой. И даже натерла себе тут мозоль. Теперь так болит. Вот сейчас их вынесу на улицу, чтобы были вот под навесом рисовать карандашки. А дети тут на батуте рисуют. Какое все-таки классное место. Это рисунок Антона. Чей еще рисунок показывать, Антош? Давай сюда, а то там сетка, Гриш. Рисунок на бочину. А у меня два рисунка. Это Гришин. А у меня два рисунка. Мама, смотри! Смотри, что здесь написано. Что? Довголь, а? Да. А ты видела, чей почерк? Мама! Да. Давайте. А это Зоечкин рисунок. Мам, опишите все на обочине. Мама, прям комментарий. Дайте, дайте я скажу. Мама, и скажи, чтобы написали, чей рисунок. Сделали фотографию, чтобы мы узнали, чей. Красивее. Скрим. Тихо. Скрим. За это что, землю ела? Или ты просто вымазалась? Пусть делают скрин. Мам! Куда? Мам, пусть они сделают фотографию и пририсуют, и сделают это про... Мы прочитаем Гриш.
пишешь или, ну, мою пропись, мы узнаем, чей это подарок, так. Угу, это хорошо. Фломастеры сложили? Да. Ага, прям что. Давай тогда мне фломастеры, я заберу. Вот наша новая площадка. Сеженя выкопал здесь кусты. Здесь убрали батут, теперь здесь ворота. Еще одни ворота. Здесь еще куст убрали и здесь убрали колесо. Вот, пока так. Теперь ждем, пока здесь травка вырастет. Так что у детей теперь вот такое вот футбольное поле. Ну что, заканчиваю влог. Сегодня аж смонтировала два видео. До этого вообще неделю, получается, я ничего не монтировала, потому что пряничное настроение было целую неделю. Это круто, на самом деле. Я довольна, что я нашла то занятие, которое мне нравится, потому что каждый человек должен что-то делать и радоваться этому, не просто делать что-то из-под палки, потому что надо, потому что тут до пенсии-то осталось, там, знаете, потому что вот все работают, и мне надо работать. Вот как бы, мне кажется, нужно главное найти занятие, то, которое тебе нравится и приносит удовольствие. Вот я просто кайфую от пряников. И скоро мне будет первый заказ в Москву отправиться. Почта России. Надеюсь, что Почта России не подведет, и все отлично. Главное, получу упаковать, побольше пупырки, получше все обложить в коробке. Вот, поэтому посмотрим, как доедет, покажу вам потом. Так что подписывайтесь на Инстаграм пряничный. Вот, Вера Пряничная называется. Знаю, что камера снимает не очень, но пока у меня немного другие цели. Хотя хочется новый телефон, ну 7 плюс как минимум, iPhone. Вот, но пока немного к другому стремимся. Такие вот немножко цели не, ну, в общем, не в эту степень уходят. И пока так, как есть. Так что всем до завтра. Завтра дети идут полноценное 1 сентября, можно сказать, они идут в школу. Вот. Блин, я уже спать хочу. Сижу, потому что в телефоне не могу оторваться. Вот это какая-то болезнь, если я легла. Но при этом я весь список, который у меня на сегодня был написан, переделала. Прям очень рада. Завтра обязательно напишу новый. Вот меня это как-то мотивирует. Списки, я поняла, это мое. Эти всякие текстовыделители мне нравятся. Короче, я тут пишу свои дела. Как у людей, может быть, какие-то они помасштабнее. У меня пока из серии помыть посуду и сварить компот. Ну, пока так. Дальше больше, я так думаю. Все, всем до завтра. Пока. Вернее, до следующего видео, потому что неизвестно, когда оно выйдет. Потому что теперь я мама двоих школьников. Мне нужно в два раза больше учить уроков. Уделять время детям еще больше, поэтому будем как-то стараться.